Сотрудники отдела ГИБДД продолжают проверять автобусы в Анапе. В ходе проверок пассажирского транспорта особое внимание уделяется техническому состоянию автобусов, наличию путевой документации, соблюдению законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Ежедневные проверки автобусов показывают, что многие водители игнорируют требования правил дорожного движения и допускают нарушения во время осуществления пассажирских перевозок. Отдел ГИБДД напоминает, что соблюдение правил дорожного движения – основа безопасности его участников, и призывает водителей автобусов и владельцев автопредприятий строго соблюдать требования действующего законодательства.